Бросай карту, давай еще! На него, Леша, на него! На него жми его! Во-во-во-во! Дай колено! Левый! Левый! Эй! Жми, жми в голову вниз! Хорошо. Тайский бокс сложный координационный вид спорта. В Таиланде называют его бой восьмируких богов. То есть, если брать там простой бокс, то там работают только две руки, а в тайландском боксе две руки, два колена, два локтя. И работа на дальней, на средней, на ближней дистанции, работа в клинче с элементами бросков. Но это безумно интересно, это безумно сложно. И простой там обыватель со стороны может многое не понимать, но на самом деле тут недюжие способности должны быть, и в том числе умственные, чтобы все это понимать, осознавать, впитывать, чтобы оно проходило через тебя и выдавать вот на ринге такую красоту. В 90-х годах многие были мальчишки дворовые, там днем с огнем дома не сыщешь, сейчас наоборот большая-большая проблема. Все компьютерные такие гении, все сидят дома, и очень сложно найти время, чтобы прийти в спортивный зал. Здоровье молодежи, спорт, приобщение к здоровому образу жизни. Это не драка, как многие там ее понимают. Это боевое искусство, и я этому учу своих детей, своих ребят, своих воспитанников. Хотелось уметь за себя постоять просто. На бокс не пошел, потому что хотелось еще ногами уметь что-то делать. Вот и все. Спортом заработать на жизнь. Да не смешите меня. Просто если ты любишь это занятие, ты его любишь. И ты можешь, ну, тебе достаточно минимума только для того, чтобы этим заниматься. Вот и все.